Покровением воды все священные, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пришедший поможет Иисуса, и зело за утро воедино от суббот. Премудрость просим, услышим Святого Евангелия. Человек во Иерусалиме, муже имя Симеон, и человек сей праведен, благочестив, чая утехи Израилевы, и дух бессвят в ней, и бей ему. Руку носим, явленный и в объятиях праведного Симеона, Бог храм Господень принесение, и от святаго старца божественное средство.
именем Господним. Имя Отца и Сына Святого Духа. Братья и сестры, поздравляю вас от всего сердца. Рад вас всех видеть в нашем храме. Ничто так не радует, как то, как люди приходят в храм Божий с Богом, к Богу, помолиться и соединиться в Евхаристии, в со святом причастии с Богом. Что хочется сказать в этот день праздничный? Что вот Господь пришел в нас, да, Господь, как мы знаем, праздник Сретения Господня – это встреча Ветхого Завета с Новым Заветом, да? Встреча через Симеона Праведного, да, со всем Бога, со всем родом человеческим, как наступление Нового Завета. И в этот праздничный день я хочу, чтобы мы все как раз-таки были в общении с Богом, чтобы это наше, в жизни нашей состоялось и в жизни наших сродников, о которых мы молимся и просим. И чтобы все ближние наши, не только мы тут, находящиеся промыслом Божьим, по милости Божьей в храме сим, но и все наши близкие нам люди, сердцу нашему, чтобы они также узнали Господа и также встретились с Ним. А если мы будем за них просить, то Господь обязательно приведет их к себе, эти души. Помоги нам всем, Господь, в этом. Спасибо, Господи, батюшка. Всех причастников поздравляю со святым причастием. Мы сейчас, братья и сестры, пойдем на могилку и помолимся не до совершим литию, а усопшим отце, настоятеле сего храма, усопшим протоиерею Иоанне. Его трудами такой благолепный храм воздвигнут был, и чтобы и это и его праздник, он многие года встречал его, и с нами, я думаю, также сейчас в Царстве Небесном также встречает или сейчас пойдем и помолимся все вместе, а потом уже будет трапеза. Так что подходите на могилку, сейчас мы с батюшками подойдем, совершим это. Подходите. И слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно веки веков. Аминь. Сходуки праведны скончавшийся, души распросласи упокоились, сохраняя его блаженной жизни, я живу тебе, человека любче, покоящий твоим горем. И ныне и пресно, и во веки веков, и ныне на чистое и непорочное Дева Бога без семени родшая, молись, спастися душе ныне отпущаешь и раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видиста очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей твоих, Израиля. Со свечей